Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Никогда раньше не обращалась к психологам, но ситуация для меня критическая. Месяца 4 назад на работе появился молодой человек, работаю в сфере обслуживания. Сначала не обратила на него внимания, но он за услугами начал приходить только ко мне 3-4 раза в неделю. Делал какие-то неловкие комплименты каждый раз и вообще смотрел недвусмысленно, могли пару фраз перекинуться. Если я даже была занята, сидел и ждал, когда именно я освобожусь, к другим моим коллегам не шел для выполнения работы с бумагами, он курьер. Я это через какое-то время восприняла как симпатию и не заметила, как сама начала влюбляться. У него же никаких дальнейших действий не было, кроме флирта. Недавно, немного выпив и осмелев, я нашла и добавила его в друзья в соцсетях. Он ответил сразу же. Позвала погулять, но он написал, что у него есть девушка. В общем, по приписке отшил. Мягко, но отшил. На работу прихожу, а он там и опять спросил меня, свободна ли я, и ждал, когда я освобожусь, никому другому не шел, где-то с получаса. В общем, у меня буря эмоций, я уже не знаю, что делать, в смысле только о нем и друзей, кстати, в соцсети не удалился, а еще он значительно младше меня, почти на 10 лет. Может, я сама себе все придумала, или все-таки я что-то не понимаю. Посоветуйте, что делать, пожалуйста. Сегодня выходной, а у меня мания какая-то, кроме как о нем, не читать и думать ничего уже не могу. Последний раз такое было лет 15, а мне на минуточку уже 30. Что сказать? Функционально. Да. Функционально вы правда придумали. Вот именно функционально. То есть функционально вы, по сути, начали человека, скажем так, идеализировать. Вот. Появилась у вас влюблённость, да, вы, значит, ушли в, ушли в эмоции, вот, и так далее. То есть это действительно есть. Но очень важно понимать, что это имеет под собой, вполне реальное, основание. Вот. Например, ваша потребность в чувствах определенных, в определенных эмоциях, вот, в ощущении какой-то неудовлетворенности. Вот. И так далее. Поэтому нужно смотреть то, как в целом вы живете. Как в целом вы
себя ощущаете по жизни? Насколько вам хорошо? Значит, комфортно. Вот. И так далее. Поэтому тут вот нужно это поисследовать, чтобы вам было понятно, из чего растут ноги в вашей ситуации, которую вы описали. Вот то, что вы пишете про то, как сами не заметили, как влюбились, да? Вот. То есть вот то, что вы именно не заметили, как влюбились, это, конечно, очень важный момент. То есть как это произошло? Что вы вот, значит, влюбились не в том смысле, что вы не должны были влюбляться, а в том смысле, как это конкретно произошло. Вот. То есть это вот очень важный момент. Вот вы пишете, что думаете про мужчину все время. Вот. А что конкретно вы про него думаете? То есть, что конкретно вы хотите? Чего конкретно вам не хватает? Также очень важный момент, где вы пишете, что у вас буря эмоций. Вот. Вот что это за эмоции? Какие эмоции? Понимаете, да? Вот. То есть, опять же, очень важно, чтобы вы их отслеживали, свои чувства, чтобы понимать, на что они направлены. Вот. Пока что складывается такое несколько, грубовато чувство, что вы довольно долго сдерживали свои эмоции, довольно долго сдерживали себя, и вот тут появилась возможность, да, как-то выразить
то, что вас, ну, волнует, то, что вас беспокоит, или то, чего вы хотите. Вот. Это все можно обсудить. Но, в принципе, со специалистом. Вот. Если у вас есть такая потребность, если у вас есть такое желание. Вот. Вот, пожалуй, то, что можно вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.